кубковое состязание, скажу вещь волнения, все-таки очень не похоже на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Все решает только победа, и только сегодня. Но проигравшего, как говорится, уготовано забвение, поэтому сегодня нам предстоит посмотреть настоящую битву. Сахин. Из такого расстояния можно забить. Мимо. Такой несуразицы даже в компьютерной игре не увидишь. Как так можно бить? Монтолибо. Просто необходимо выжать максимум из этой атаки. Вовремя подоспел оборонец. Мяч выбит из штрафной. Это Кака. Мяч вверх, он посылается в штрафную площадку. Нет, так мяч не отбирают, это однозначно. Монтолибо. Ну, интересно, что теперь будет делать игрок. Кому отдаст мяч? Он превзошел нападающего в решительности. Они выигрывают мяч. Какая возможность? Де Йонг. Да, у атакующего есть масса вариантов. Правильно, надо брать на себя игру. И впервые за игру мяч уже в руках вратаря. И мяч уходит на угловой. И это серьезная угроза воротам. Сахин. Очень удачно выбрано направление. Отличная игра в обороне. Сахин. Монтолибо. Де Йонг. Великолепно. Вы посмотрите, как он играет. И это очень хорошая возможность реализовать свое преимущество. Красиво. Очень трудная ситуация. Мяч в сетке ворот. Хорошо, хорошо, что есть преимущество, но его еще необходимо приумножить. Этот гол – логическое завершение прекрасно проведенной атаки. Монтолибо. Играйте. Великолепный удар нанес футболист по воротам. Великолепный в своем оптимизме. Футболист бьет головой. Хороший удар. Кака с мячом. Монтолибо.
правильная передача. Давай, вся команда на тебя смотрит. Он с Ода. Прямо слышу, как болельщики обвиняют во всем голкипера. Не надо этого делать. Игрок ударил низом, и очень сложно взять такой мяч. Этот гол – логическое завершение прекрасно проведенной атаки. Монтоливо. У защиты проблема. Это Кака. Как быстро забил гол. Я даже чихнуть не успел. После первой половины матча можно констатировать, что отстающая команда не намерена сдаваться. Сократили отрыв до гола. Команда не сдается, не сдается. Они молодцы и наверняка сумеют сравнять счет. Хороший пас. Де Йонг. Вертикальный пас вперед. Робиньо. И мяч выбивается из штрафной площадки. Великолепный удар головой. Ну что, защитнички, близок локоток, а не укусишь? Игрок решился на дальний удар. Промах, но удача была близка. Какая агрессивная игра в атаке. Сахин. Защита не дремлет. Ну, один удар, давай же. Блокирует мяч вратарь. И они выбивают мяч подальше от ворот. Четкая, организованная игра. Первый тайм подошел к концу. 2-1. Защитник убивает мяч. Куда попало? Монтоливо. Неудачная попытка отбора мяча. Рефери предоставляет команде право пробить штрафной удар. Миксес. Только пробить осталось. Блестящий бросок. Мяч каким-то непостижимым образом находит цель. Точность, хладнокровие – вот в чем секрет успешных подкатов. Нарастает давление. Многообещающий удар. Это фол, и нечего даже говорить, что это не так. Судья обязан показать желтую карточку. Нарушение правил. Да, это не подкат, это фол. Предупреждение. Думаю, игрок не должен спорить с арбитром. Карточку он заслужил. И пошли, пошли, пошли. Монтоливо. Территориальное преимущество полностью на стороне атакующих. Многообещающая подача. Прекрасная игра головой. Как же он долго шел с мячом. Игрок бьет поворотом. В таких случаях говорят, виноват дающий.
Да неудивительно, что он промазал. Я не склонен его критиковать. Вы только поглядите, сколько там было защитников, а он попытался ударить. Монтерибо. Де Йонг. Рабиньо. Он поймал мяч, как ребенка. Голкипер сыграл на грани возможного. Только так можно спасти ворота своей команды. Хороший пас вперед. Рабиньо. Очень неспешно развивается атака. Монтоливо. Надо все начинать сначала. Мяч в игре. Штрафной. Хорошо играет вратарь. Арбитр показывает, продолжайте, продолжайте. Вы не рассчитывали подкат. Игра по краю. Реальный шанс переправить мяч к воротам. Мяч за пределами поля. Сразу несколько игроков готовы принять пас навесом. Защита может перевести дух. Монтоливо. Вот у этого игрока получится владеть мячом-то. Чистый гол. Какое мастерство! Ах, какой игрок! Как лихо он пользуется обеими ногами. Аут. Идет мяч из головы. Как всегда, традиционно, броском двух рук из-за головы. Заговорился что-то. Играть. Все сделал правильно. Чуть-чуть прицел поправить. Ну вот, упущена хорошая возможность забить. Мог бы хоть во вратаря попасть, что ли. Давай же, не упусти этот шанс. Прекрасный бросок и мяч в руках голкипера. Взял. Вы посмотрите, он взял мяч, когда ему уже никто не мог помочь. Отлично играет головой. Судья обязан действовать строже. Какая красивая игра, какой дриблинг. Прочитал игру защитник. Вбрасывание из-за рукавой из довольно опасного положения. Сахин. Это уже защита всей команды. Пробить ее непросто. Какая скорость, какой... Умерли все планы нападения. Вынесли мяч. Замечательно сыграл. Защита на стороже. Де Йонг. Почти закончились 90 минут матча, а на поле до сих пор ничья. Защитник, пытаясь прервать атаку, совершает подкат, но промахивается.
Классный навес. Красивая игра головой. Монтоливо. Ну и что же, гол теперь, да? И мяч в ворота. Очень важный гол. Команда ждала этого момента всю игру, а за время, оставшееся до конца, скучать нам не придется. Конечно, куда комфортнее играть, если ты ведешь в счете. Сахин. Какая агрессивная игра в атаке. Не повезло игроку. Матч проходил в равной борьбе. Обе команды имели немало моментов для взятия ворот соперника. И все-таки в этой игре мы видим победителя. Конечно, бывали случаи, когда на последних минутах забивалось и по два решающих мяча. Вспомните хотя бы Манчестер и Баварию в Лиге чемпионов. Поэтому сегодняшний случай можно назвать классическим. Выдающийся гол на последней минуте. Неподражаемый. Пора прощаться. Василий, спасибо вам за общение, за ценные современные комментарии. Играйте в футбол.